Привет всем! Сегодня мы затронем одну деликатную тему, такую как платные разогревы. Сразу хочу предупредить, чтобы не было всяких казусов, эксцессов, что это лично мое мнение, и никому я не навязываю его. Я, то есть, вам даю аргументы, а дальше вы сами решаете, что с ними делать. Эти все аргументы основаны на личном опыте, также на общении с нашими топовыми музыкантами, а также зарубежными. Поэтому я все же немножечко понимаю в этом. Я думаю, вы не раз удивлялись, почему вашу любимую группу греет что-то совсем непонятное и левое для вас. Но при этом есть более подходящие группы в вашей стране на эту роль. Но мы не должны забывать, что сейчас 21 век, другие правила бизнеса, а также отсутствие каких-либо принципов. Сейчас не нужно быть талантливым, или находчивым, или новатором. Сейчас главное иметь что? Денежки. Как бы это прискорбно ни звучало. Для того, чтобы разогреть группы средней популярности типа Sodom, Creator, Destruction, Tankard, ну и конечно же Venom, например, нужно внести благотворительный взнос в размере 500-1000 евро. И это я знаю не через желтую прессу и не понаслышке, а от своих знакомых групп, которые пользовались не раз такими услугами. Блин, я боюсь представить, сколько стоит разогрев Iron Maiden. Мне на десятки тысяч. Почему организаторы поступают так с нашими и так несчастными группами? Мое мнение, это жадность, а также страховка. Чаще всего они себя оправдывают тем, что концерты и так минус, хотя бы хоть чуть-чуть нужно отбить. Напрашивается вопрос такой, а зачем вообще организовывать какой-либо концерт или фестиваль, если ты и так знаешь, что это будет все в минус? Если ты не уверен в своих силах, зачем тогда лезть в эту кабалу? Вместо того, чтобы найти подходящую и достойную группу, попрошу заметить, которая сможет реализовать новую часть аудитории, организатор просто берет беспонтовую группу на разогрев за денежку. А еще есть такие группы, которые, как назло, просто выкупают 5 разогревов подряд. Вопрос номер 2. Зачем группы лезут туда и играют по этим правилам? Первое, это, конечно же, иллюзия хайпа. То есть группы думают, что если не выступили со звездой, то завтра к ним приедет сам Боб Рок там, или кто там, привезет контракт на Atlantic Records, и послезавтра они поедут в мировое турне. Возможно, это работало в прошлом веке, когда люди массово ходили на концерты и покупали физносители. Но сейчас импотентная эпоха активности. Чаще всего разогревающим группам предоставляют не самые лучшие условия. Например, как короткая концертная программа до 30 минут, ну может быть 40, если повезет. И то ты играешь тогда, когда на улице все еще бухают, тусуются, ждут других друзей там. И выходит так, что ты выступаешь просто перед полупустым залом в лучшем случае. Но и многие люди специально приходят намного позже, чтобы попасть на именно хеда. Потому что разогревающие группы чаще всего это дно. Это я говорю не от себя, а от людей, которые ходят на концерты. И как-то обидно выходит, платишь деньги, выступаешь перед пустым залом практически всегда. Потом еще ВКонтакте кто-то напишет, что разогрев говно. Напрашивается смысл, зачем оно нужно? Чтобы вот эта галочка у вас была, что вы выступали звездами? Кстати, были такие случаи, когда разогревающую группу даже не пускали к звездам, чтобы просто сфотографироваться, например, или подписать диски. Вот так вот. Пару лет назад был такой странный инцидент, то ли в Москве, то ли в Санкт-Петербурге, когда фанаты писали петицию, чтобы сняли какую-то малоизвестную непонятную группу с разогрева Металлики. Но вы сами понимаете, как она туда попала. Явно не через пиздатость. Все это, конечно, смешно, но посетители потом начали угрожать разогревающей группе расправой. Не, ну как бы их тоже можно понять, они платят большие деньги, так как Металлика не самая дешевая группа. И вместо того, чтобы сразу увидеть своих героев, им приходится слушать вот это вот непонятное кое-что и вообще ни о чем. Так что порой вот такая вот слава, халявный хайп могут обернуться против вас же. Все должно быть естественным путем отбора. У меня у самого был такой негативный опыт. Это было в 2011 году. Я был еще молодой, глупый, амбициозный, конечно же. В 2011 году в Украине анонсировали концерт с участием Coroner, Keep of Calisthen и Hammerfall. Являясь диким маньяком Coroner, а также имея группу, которая играет в похожем стиле, я загорелся выступить с ними. Связался с организатором, мне предоставили прайс в размере 500 евро. Я тогда понял, что что-то с этим миром происходит совсем неладное. Для меня это была дикость платить за выступление. Ладно там бесплатно выступать. Все же посоветовались с группой и решились заплатить и выступить. Мы просто прикинули, что выходит почти та же самая сумма, если мы просто пойдем по билетам. Ну и нам давали пару плюсов на группу, что было весьма неплохо.
И потом уже началось самое-самое интересное. Нам просто не хотели возвращать деньги. Нас кормили завтраками, что вот там, завтра-послезавтра, я там приеду оттуда-оттуда тебе скину денег. И в итоге это все меня просто достало, и я поставил ультиматум. Или вы нам возвращаете деньги в определенное время, или я просто этот весь цирк покажу людям, там расписки и прочие факты всего договора. В итоге организатор сказал, что ему пофигу, делайте что хотите. И я это все публиковал на люди. Люди, конечно, офигели с этого всего. Мы все же уже смирились с нашей неудачей, что нас кинули на 500 евро. Но знакомый нашего гитариста, который узнал об этой всей ситуации, решил списаться за нас. И все же у него вышло выбить практически всю сумму у этого организатора. Хотя, бля, какой это организатор, если он так поступает с группами. Вот. Я, честно, не знаю, какими методами он действовал, но все же 90% суммы было возвращено. Хоть и вернули почти всю сумму, и был, можно сказать, по сути, хэппи-энд, я все же был очень расстроен. От этой ситуации остался очень неприятный осадок. Но все же это был ценный урок. Я ради принципа больше не посещаю никаких ивентов этого организатора. Ну понятно почему, после такого негативного опыта мало кто захочет иметь дело с этим человеком. Напоследок я хочу попросить наших организаторов быть более лояльными к отечественным группам. Тут и так не сладко, вы еще больше усложняете всю ситуацию. Дайте шанс реализовываться нашим группам. За что я всегда любил фестиваль Metalhead Missions? За то, что они поступали с тобой честно, а также давали возможность выступить с известными группами. То есть не надо было ничего не платить, ни с кем не договариваться, а просто по почте отправить свою заявку с диском, на котором были твои треки, а также видео. И это все было на основе естественного отбора. То есть организаторы уже сами решали, кто будет выступать, кто не будет. Еще дикий респект Михаилу Черняеву с FMF, который всегда по-царски относился ко всем группам. Никогда не жалел денег, чтобы были хорошие условия. Как, блять, жалко, что мало таких хороших организаторов. Спасибо за просмотр. Возможно, организаторы увидят мое видео и сделают какие-то выводы. А также для молодых групп это будет какая-то полезная информация. Если вам понравилось видео, ставь большой палец. А еще лучше подпишись на канал. Пока. Thank you.